Лёша и Доша. Сегодня мы начинаем проект «Киноазбука». Начнем с буквы «А». Лёша, а какие слова из кино на букву «А» ты знаешь? Я знаю слово «актёр». А чем отличаются актеры театра и кино? Они отличаются тем, что если ты сделаешь в театре ошибку, она может считаться на представлении. А в кино ты можешь делать второй дубль. Еще если сделаешь ошибку в театре, то представление может закончиться. А в кино можно попробовать еще раз. Смотрите в театре, то когда вы хлопаете ему, он чувствует, что рядом есть зритель. А когда в кино снимается артист, то тогда он видит то, что ему никто не похлопает, то, что он сделал. То, что актер кино может только сниматься на хромакее.